Ну, можно следить за буйством, как оно сыграет. Значит, буйство у нас было вместе с кабанчиком и вместе с Аксфингером. Пас, пас, пас. Значит, мы даже... возьмем модную записную книжечку и будем следить за этим. Ну, здравствуй. Так. Да, тем более такая хорошая карта выигрывает. Неприятно. Поднять щиты. Можно играть вокруг уже вот этой карты будет. Соответственно. Так, наверное, 4 и 4, да, я сделал? Мне не нужно... Ладно, сейчас, не, надо подумать. Я могу на... Я точно не буду его доставать. Да, наверное, я крошера достану, хорошо. Нифига себе. Комбинушка. Ну ладно. Давай, придется так убивать. Мне повинуются звери. Это чит. Вообще чит. Наичитовейший чит, я вам скажу. Давай, я уберу вот это и это. Я уберу зверя. Подспамлю. Да, конечно, круто ему пришло. Одну выиграл, одну проиграл, все честно. Переслышь, Блачер меня не беспокоит. Команд. Ну, ладно. У меня имбовая семерка. Меня уже не волнует. Давай максимально большое, наверное, существо сейчас достану. Давай под порт. Не, не видел. Я, в принципе, вообще за все время я только Ишараджи видел. Йоксарона не видел. И этого не видел, кто там последний еще. Зота не видел. Я сдаюсь. Я буду сражаться с честью.
Победа или смерть? Была бы эта карта, я бы оставил. Часа. Так, я, наверное, вот его предпочту. Чем его. Ну, пока для меня все вообще отлично. Становится жар. Не надо в 4-1 попадать. Ну и здорово. Мне это надо. Окей. Так, что я делать буду? Да, наверное, просто. А, я могу вообще вот так ударить и тебя достать. Меня это, в принципе, устраивает. Да, пускай там сам. Ну и ладно, я уберу от него. Да, фиг с ним, давай. Ну, просто потому что это паладин. Ну, за Blessing of Kings какой-то. Это не сказать, что очень страшный Blessing of Kings, но такое. Тоже, в принципе, ладно. Монетка. Ну что? Что-то за два. Я завтра. Буду ли я баш отдавать? Не хочу баш отдавать. Раз, два. Баш, наверное, сюда. Давай. Налетал на следующий ход. И еще один консекрейшн ему не поможет. Я ничего не боюсь, кроме мишени. Разорвали. Нулевой ак. Практически. Самое лучшее, что может быть. Так все понятно. Первую же игру мне вчера, знаешь, как массовая не заходила. Окей, я могу убрать это. А хочу это убрать? Да, наверное, я хочу это убрать. С другой стороны, я могу просто это достать, но и я заставлю его самого разменяться. Что, в принципе, не, ладно, уберу. Ладно, ладно, уберу. Если он просто сейчас укусит, то и вообще я буду в восторге. Если он что-то достанет, будет печально. Если он достанет туза, будет плохо. Еще ужасно. Одна ночь для охоты. Окей. Ну, я достану, наверное, тебя. Маркиша Радж, да? Я теперь вокруг нее буду постоянно играть.
Достану ее, у меня останется 1-1 плюс. Что плюс это паром. Так. Да не, наверное, правильно все же ее даст. Ну хотя. Ну да, просто укусит. Ну тут он мне тоже укусит, но тут 1-1 хотя бы останется. Но здесь тогда это умрет. Но тут я могу 2 плюс 2 сделать. Тоже нормально. Что же теперь? Ничего лучше. Да нет, наверное, лучше вот тебя все же достать. Давай. Пират уже у меня нету? Нету. Невозможно ее разыграть хорошо. Слишком. Ну да, пускай кусается. Но мне тоже, конечно, не очень-то и потрясающе будет следующий ход. Ну, пустой стол достану. Хорошо. Окей, ладно, я уберу так. Или кроссер. Не, лучше кроссер достану. Пускай кусается, я не против. Следующий ход просто 2-3 мне нужно делать, а не отдавать 2 двойки сейчас. Вот. Не знаю, какой-то раз может быть плохо. Для меня. Что же мне делать? Всегда можешь свайп достать. Ну, учитывая вот эту девочку, мне, конечно, свайп неприятен будет. Бьёшь по нему, да? Бьёшь. Луна направляет моё копье. Не очень. Так, ну что ж, стоит подумать, что мне делать. Наверное, саботажник сейчас не очень правильно. Ну да, ладно, давай я сделаю тебя. Я не привыкла так рано вставать. Я сделаю, наверное, вот так вот даже. Поднять щиты. То есть я буду ее защищать хотя бы до 7-го хода, чтобы я Стормграду достал, а потом уже, ладно, умирай. Не так страшно, но до 7-го мне нужно ее оставлять на столе. Вот. Окей. Тигр так тигр. Давай подпортим их. Назад за работу. Это будет 3-2. Ладно, да, я согласен так сделать. Да будет тьма. Во имя Ируны. Старфол будет очень плохо. Это ерунда, это вообще меня не волнует. Абсолютно не волнует. Трепещи перед мощью Штормграда! Пять два? Не, жалко. Раз. Не, это я сюда ударю. Так, так, так. Наверное, так, так самое лучшее. Есть. Давай. Я тебя не убиваю. Ну, время, видимо, сдаваться. Рект.
душа будет моей. Победа или смерть. Может оставить? Не, не буду. Все, пас. Две заступницы Фарио Ракс. Ну ладно, тоже нормально. Комбинушка. Кстати. Ладно, я могу ее достать на втором ходу. Наверное. Приветствуем, Кине. Это у меня остался последний человек, и у меня будет... Не, это вообще-то плохо. Ауч. Ауч, ауч, ауч. Да, это плохо. И что мне делать? Ну ладно, давай, я сделаю. Ну да, мне нельзя ждать. Так много. К сожалению. Ну, теперь он меня убивает. Это у меня остался последний человек на Твиче. До тысячи. Покупаешь или продаешь? Ну, походу, я проиграю здесь. Слишком жесткий старт. Нет, еще два человека. Я стану рыцарем. Убрать тебя. Эй, детки, я уже здесь. Ну, хочется отметить, что и Stone Task Boar, и Axfinger вместо буйства бы не сыграли лучше. Ладно, я сделаю тебя. И потом 3-2. Не знаю, я только что обновил, у меня 998 пишет. Нет, ладно, 999. Друг не тупой. Делай ноги. Баш. Хорошо, давай я тебя сделаю. Я не привыкла. Может быть, даже Клифф. Сходу. Да, давай. Просто потому, что мне нужно быстро реагировать. Инфернал? Нет. Окей. Ну, хочу вам сказать, что буйство здесь сыграло лучше и кабанчика намного, и лучше, чем Axfinger. На порядок. Я думаю, вы со мной согласитесь. Крипер. Ладно. Так, ну что, я буду, наверное, убивать его. Еще я могу достать тебя и разобрать так. Либо я могу достать тебя и вот этими двумя ударить, но тогда у меня 6-6, да, останется против... Нет, это быстрее ход. Этот ход быстрее, этот ход мне больше нравится. Северные волки готовы к бою! Удар, удар! Это будет тьма! Ну ладно. Придется убить. Добор у меня одна единственная карта. Ну я проиграл, похоже.
Ну ладно, хорошо, давай сделаем так. Поднять щиты. Может, пока еще не проиграл. Ну, зависит от того, если у него сейчас окажется какое-то большое заклинание, то все. Сайфон Сол, привет. Ладно, это не Сайфон Сол. Все, пас. Наверное, мне не стоило делать его таунтом. На самом-то деле. Окей, давай, беру тебя. Вроде бы неплохие карты приходят ко мне. На самом деле, лучше бы я, наверное, убил 1-1. Это не важно оказалось по итогу. Я хочу мою кровь. Это по итогу оказалось неважным. Давай так. Нет, тогда мне его этого убьет. Хорошо, этот сюда пойдет, этот пойдет сюда, этот пойдет армора. То есть я могу сохранить Йети. Единственное, что я могу сохранить. Буду сохранять его. Также урона не очень много у меня, прям сразу в лицо, который может пойти. Вообще не туда больше. Ауч. Плохо. Топ-дек. Пиратша. Да, видимо, я проиграю сейчас. Что, конечно, не вывезу я своей обилкой против его. Ну, болотный ползун, если бы не пришел сразу же сходу, то, наверное, был бы получше. Тут неплохая карта, я могу его убрать вот так вот. Угу. Ладно. Теперь мне нужно подумать, может быть, мне стоит восстановить два здоровья этой девочки, потому что, ну, не факт, что он сможет забафать. Вероятнее всего забафать, но есть маленький шанс. Просто здесь нужно подумать, может быть, у меня есть какие-то персонажи, которых я хочу буду, захочу восстанавливать. Вернее, ну, я имею в виду забирать в руку и опять доставать. Я не вижу таких существ. Да нет, бессмысленно. Не, да, я думаю, это бессмысленно. Да, ладно, давай. Как минимум 3 карты. Защитница, ерунда. Мне не нужен армор. Ну, это плохо. Ах, ну да. Здесь бы мне пригодился 2 ТП.
Ладно, что, болотный ползун мне приходит, и он не находит ответа на него. Единственное, что может быть нормально. Карт. Я вряд ли доживу. Фатига. Жадность. Жадность, жадность. Хорошо. Давай уберем крашем тебя. На этого я могу за насмотрщиком убрать. Поэтому ладно. Не, да, я уже не выдержу следующий ход. Да. Десять, девятнадцать. Я, наверное, сделал ошибку, когда я дал таунт. Да, я сделал ошибку, действительно. Не надо было 7-7 отдавать таунт. Не стоило напрашиваться. Победа или смерть? Ну хорошо, клифф неплохо. Но опять же, у меня не было двойки, а у него был очень хороший старт. Нет, я подержу. Два, три, пожалуйста. Тебя, ладно. Ну, я не думаю, что он будет стрелять, да, поэтому я достану тебя лучше. Ну, я могу сделать злой насмотрщик плюс рассекающий удар на следующий ход. Ну, или не могу сделать. Тоже неплохо. Водного элементаря. Хорошо. Давай подпортим их план. За работу! Не. Давай, Шел Слэм. Нету. Привет, Рэмфал. Что я буду делать? Что я буду делать? Я могу разменять, но не, наверное, мне правильно его лицо ударить. Да. Он сейчас мне ударит по 4-3, я клеем смогу убрать. Ну да. Из-за
И саботажник очень хорош сейчас. Да, пускай за 7 маны убивает мне 4-1, я не против. А у меня и Краш, и Штормград. Да помогут мне духи пред мои глаза всегда. Окей. Раз, два. Штормградом. Буста. О-о-о-о! Так, я могу сделать буйство, я могу сделать сокрушение сюда, да? Это так ударить, это так ударить. Конечно, мне немножечко жалко будет, если у меня что-то сейчас большое выйдет, но у меня тоже солидный будет персонаж на столе. Очень-очень солидный. Да, пожалуй, я сделаю это. Ну, буйство 2-0 у Яксфингера и у Кабанчика. Хорошо. Трепещи перед кровью Штормграда! Но, к сожалению, да. Это ожидалось. Он два все закинул. Две эти карты кинул. Может быть, я в лицо ударю. Посмотрим. Нет. Да, может, и в лицо ударю. Нет, механизм. Вдруг у него вторая такая же. Горела. Неприятный. Сейчас бы мне Арканет Рипер. Нет. Беги со всех ног. Значит, Бас, Серебряный Всадник, Огненная Секира и Арканитовый Жрец. Четыре карты из 15, которые... Сразу урон наносит какой-то. Большинство из них не хватает. Что делать? Сет. Да. Не очень ситуация. Может... Все, что я наношу, это 11 урона. Ну хорошо, давай. А делать мне больше нечего. Надеяться, что за два топ-дека я где-нибудь найду летал, и он не закроется таунтом. Вот. Писец. Брос пи... Ну да, ну конечно же он сразу находит все, что нужно ему, и он... Ну а как по-другому? По-другому никак. Да ну я не знаю, ну конечно Санжина поднимет, ну как он не Санжина поднимет? Бесед, блин. Две карты и сраный тоже стал. Теперь. Так, что делать-то? Может...
Значит, если я сейчас это пробью, то у меня то останется только исключительно... Я должен сделать выбор. Исключительно останется у меня... Я, наверное, подожду. Давай подожду. Ну, получу 3 урона, ну ладно. С другой стороны, Аркана Крипер... Хорошо, давай, я подожду. Не знаю, почему я жду, но я подожду. Потому что, я объясню, почему я жду. Потому что баш плюс мощный удар щитом работает. Может быть, я это захочу вместе делать. Ладно, хорошо. Я же в любом случае выигрываю, что Аркана Трипером только. Ай! Ну да. Ну да, ну да. Ну да, как по-другому, по-другому никак. Ну, защитница, либо только защитница, да, я смогу его пробить. Называется, я соберу все, вот, все топ-деки, которые мне нужны, мне не идут. Не, мне идут, но у него просто те, которые контрят. Ну, он такой печальный. Просто один талант поставили, все. Воин закончился. Что ставлю? Наверное, все оставлю против паладина, я из лавы надсмотрщика оставлю. Нормально. Какая встреча? Привет, Голгифест, не знаю. Здесь я просто тебя достану. Окей. Я, конечно, могу вот этим убрать его, но... Но, наверное, нет. Наверное, просто я достану. Не, я же могу тебя достать. Вот оно чё. Вот он где нужен. Твоя магия тебя не спасет. Фари в ракс. Давай, фари в ракс. Давай подходим. Ну не, просто, наверное, какие-то трудности. На пару дней. Я думаю, так. Медленный ход. Раз, два. Я могу тебя достать, могу тебя достать. Что лучше достать? В смысле, тебя плюс армарап, либо тебя. 6-6 нормально, но может быть это будет больше, будет даже больше. Да не, давай так.
Еще вариант просто достать. А нет, у меня нет, это не вариант. Шестой, восьмой ход, что я буду делать? Раз, два. А так я могу раз, два, три. Может. Делать. Ну да, и это нормально, это нормально. Но это на самом деле, наверное, все же будет. Ладно, хорошо. Делаем так. В общем, как мне кажется, у меня небольшой. В кривое вписать, и это будет хорошо, и это будет нормально вписать в кривое. На восьмой ход. Но при этом это может быть больше. Потом. Это серьезно? Это где-то такое обсуждение было в Reddit? Так. Не, тебя достану. Ну ладно, да, я, наверное, и так ударю. Потому что если он мне сейчас сделает консекрейшн и убьет меня вот так, я буду плакать. Я так ударю. Консекрейшн страшный. Надо дайте почитать. Лунасвет не падет. Твоя магия тебя не спасет. Никто не похитит наши секреты. Какая встреча? Неплохо. Yeah.